Это она? Она. Ну и чё тормозим? Пойдемте. По дороге ни одной твари не встретили, значит, здесь их тоже нет. И если они нас не ждут? Может, мне проверить? Пусть хозяева проверят. Ладно, я один схожу. Дверь гвоздями забили. Зачем это? А где окна? Не нужны здесь окна. Медведь окна не любит. Я слыхал, он и двери не любит. Здесь раньше звероферма была. Норок разводил один деятель. И где он теперь? Тоже лягухи сожгли? Вы их не знаете. По ним только два специалиста. Пахомов и Крючков. Я тоже думал присоединиться. Юрий Васильевич сманил. Сначала лаборанта пристроил, потом в ассистенты, потом кандидатскую пообещал. Чего? В академике он метит. Биолог недоделанный. Ну и что ты тогда вертухая шаришься? А как мне биоматериал брать? Таскал я этих лягушек Юрию Васильевичу. Бестолку все. А последний раз они вообще удрали. Скачут где-то по институту. А Крючков? А что Крючков? Он вообще псих. Его Юрий Васильевич побаивается и ненавидит. Говорит, что Крючков сам немного лягушка. То идет как человек, то подпрыгнет как на пружинах. Хватит гнать. И так тошно. Крючкову вся наша наука до фонаря. Ухватит у шелом горы образцы и поминай, как звали. Он вывернется. Ни лягушки, ни пауки его не тронут. Какие пауки? Двуногие. А далеко отсюда эта гора? Вон туда, на горку. Потом вниз. Там долина между двух ручьев. Дальше развалины. А за ними еще часа 3-4 по кочкам. Они сейчас мерзлые. Идти несложно. Как он оттуда в город стричканет? Тропа только здесь, где мы сидим. Ты карту смотрел? В общем, он дойдет сначала до начала нашей горки, обойдет ее слева, а там до поселка рукой подать. Тогда его нужно внизу перехватить. Я вниз не пойду. Земноводные там сейчас кишмя кишмят. А ночью лучше тоже никуда не лазить. Смерть кругом медленная. Тихо, там что-то шуршит. Вон в тех кустах. Это ветер. Нет, это не ветер. Валим! Стой! Куда? Ложитесь! И ни звука! Может, не заметят.